Riders Republic увидела свет в 2021 году, и старт ее был настолько никаким, что про нее забыли уже буквально в день релиза. По крайней мере, в моем поле зрения, это произведение геймдева особо не маячило, ведь я пристально слежу за практически всеми движениями в новостном поле игровой индустрии. Ни одного инфакта не пропустил, между прочим, да-да. Игра вышла на всех актуальных платформах, включая даже консоли прошлого поколения и Stadia, на которую всем было настолько насрать, что в 2023 году Google просто взяли и прикрыли этот горе-проект. Но да ладно, вернемся к делам насущным. До Riders Republic в 2016 году Ubisoft выпустили игру под названием Steep, с которой нашу сегодняшнюю виновницу ожидаемо сравнивали. И там схожий сеттинг, и там упор на онлайн-составляющую. У этих игр даже движок буквально один и тот же. Они в принципе выглядят как однояйцевые близнецы, один из которых просто немного более разносторонняя личность. Почему Riders Republic это не Steep 2, я, если честно, в душе не чаю. Глубоко в сугробы сравнений этих проектов я взрываться, разумеется, не буду, ибо ролик не совсем про это, но хотя бы мельком не упомянуть про Steep я по очевидным причинам никак не мог. Когда я впервые увидел геймплей Riders Republic, первое, что я подумал, это... Ого, это ж как The Crew 2, только без тачек, но с велосипедами, лыжами и вингсьютами. Вау. И успешно забыл о ней на следующие пару лет. И вот недавно, размышляя про что делать новое видео, я как раз таки вспомнил про Riders Republic. И сейчас поведаю тебе о своем опыте взаимодействия с этой игрой и попробую разобраться, как же это чудо играется. Начну, пожалуй, с первых впечатлений. Я был искренне поражен тому, насколько тут потрясающе передано ощущение скорости, особенно когда ты мчишься по склону горы с видом от первого лица на велике. Свист ветра, напряженное дыхание гонщика, звуки велосипеда, тряска камеры и шум проносящихся мимо деревьев очень сильно играют на ощущение скорости и погружения в целом. Мало какая игра может показать скорость именно так. Единственное, что еще приходит на ум из похожего, это дилогия Need for Speed Shift, в которой чувство скорости при игре от первого лица передано так же, как и в Riders Republic. Иммерсивно. Да, думаю, это слово отлично подходит. Чем быстрее едет автомобиль, тем все сильнее камера фокусируется на дороге, а руль, приборка и вообще весь салон оказываются в расфокусе. А вот в Riders Republic эффект скорости создается, как я уже сказал, немного выше, за счет множества проносящихся мимо тебя объектов, типа деревьев, камней, кустов и того факта, что твоя попка находится не в комфортном кресле авто в окружении прочного каркаса, дверей и крыши, о нет. Ты несешься на скорости около сотни километров в час или даже выше, и единственное, что отделяет твой зад от распаковки, жесткая сидушка твоего двухколесного товарища. На других видах транспорта в Riders Republic скорость ощущается тоже неплохо, но вот велосипеды — это прямо-таки вышка. Велосипеды и вингсьюты. Пожалуй, два моих фаворита в этой игре. Поначалу я плевался от сегментов с вингсьютом и не понимал, как этим вообще нормально управлять. Держите, кстати, в голове тот факт, что я играл с клавомышью большую часть времени. А клавомышь при игре в эту игру, уж простите за тавтологию, добавляет один пунктик к сложности. Боролся я, получается, с этими вингсьютами, злился, бесился, пытался как-то их обуздать и... знаете, обуздал. И теперь я периодически захожу в игру, чтобы просто на чили пролететься в косплей-белку-летягу. И это чистейший кайф. Особенно, когда ты планируешь вниз на максимально допустимой скорости, проносясь меж деревьев или под мостами, когда это получается. И чем ближе к земле ты несешься, тем интенсивнее твое сердцебиение. Оно тут является своего рода звуковым индикатором высоты. Хотя, что я рассказываю? Просто послушайте. И, пожалуй, еще одна вещь, помимо чувства скорости, которая меня, не сказать, что впечатлила, но приятно удивила, это живость игрового мира. Вокруг тебя буквально десятки таких же сорвиголов, как и ты, срывающихся вниз с обрыва в костюме крыле или рассекающих снежные склоны местных гор, например. В такие моменты чувствуешь себя частью этого огромного комьюнити. Может, и не такого огромного. Вполне допускаю, что какая-то часть этих челиков — обычные боты. И даже если это действительно так, то своей имитацией они вполне недурно создают впечатление, что в республике райдеров и впрямь кипит жизнь.
Кстати, там в настройках есть пункт включения и отключения кроссплатформы, так что вполне вероятно, что все, кого я встречаю тут, реальные игроки, а некоторые еще из других платформ. А теперь предлагаю поговорить о контенте, которым игра будет нас развлекать. А контент этот раскидан по весьма просторному игровому миру, карту которого определенно делали плоскоземельщики совместно с мыловарами. Просто посмотрите на это благолепие. Что там по текстурам, Ubisoft? Нет, серьезно, вам настолько плевать? Еще эта желтая разметка на краю карты. Можно же было придумать способ поизящней. Окружить игровой мир океаном, не знаю. Ах да, пока мы еще говорим про карту. В режиме карты можно сменить время суток. Не знаю, зачем вам это, но мне показалось это прикольной деталью. Ну да ладно, что-то я отвлекся. Что же там у нас по активностям в этой игре? Начать, думаю, стоит с компании. Компаний. Их тут несколько, как вы, наверное, могли догадаться. Велосипеды, снежные виды спорта и воздух. Ах да, это только из доступных. Не забываем, что это игра от Ubisoft. Тут также есть и другие компании со скейтом и BMX, но они уже за денежку. Вам, конечно, дадут попробовать прокатиться на них в бесплатном вступлении каждой из этих компаний, но если ты хочешь еще, будь добр, дай денег. Справедливости ради стоит отметить, что в отличие от скейта, на котором можно покататься только во вступлении его компании, на BMX ты можешь гонять сколько угодно, он изначально имеется в твоем арсенале, вот компания уже за шекели. Но сначала давайте поговорим о компаниях, что доступны со старта. Велосипедные активности разделены на две ветки – велогонки и велотрюки. Ну, с велогонками, я думаю, тут и так все ясно. Обгони всех и приди на финиш первым. Но, учитывая специфику игры, условия, при которых эти гонки проходят, порой довольно кардинально друг от друга отличаются. В одном заезде ты будешь ехать на ультралегком шоссейном велосипеде, параллельно стараясь не влететь в препятствие, а в другом будешь скакать по крутым уступам местного Гранд Каньона и стараться не улететь вниз, если только там внизу нет следующего чекпоинта. В категории велотрюков активности немного побольше. 4. Но вся суть сводится к тому, что тебе нужно набрать больше всех очков, выполняя различные трюки. Отличаются только условия. В одной активности ты в одиночку будешь ехать через чекпоинты, попутно вытворяя в воздухе экстремальные непотребства, и пытаться обогнать по очкам всех в таблице лидеров. В другой все совершенно то же самое, но ты уже будешь ехать не один, а с соперниками. Третья активность похожа на предыдущую, но только без обязательных чекпоинтов. Вместо них вот такие зоны, проезжая через которые ты будешь получать буст к очкам. Ну и в четвертой активности в велотрюках тебе и еще 11 твоим соперникам предстоит на время в ограниченной зоне, выполняя трюки, набирать что? Правильно. Очки. По дефолту, кстати, в игре все трюки показываются от третьего лица, но в настройках можно сделать так, чтобы во время трюка камера оставалась в перспективе от первого лица, и это весьма странный экспириенс для смельчаков с особенно крепким вестибулярным аппаратом, хотя в VR я бы в такое поиграл. Ну и, наверное, стоит немного поговорить про физон. Велосипедами тут управлять довольно приятно, управление податливое, аппараты рулятся все примерно одинаково, в целом как и в реальной жизни. Это ведь, по сути, просто велики. Сильной разницы в управлении у них нет, как у автомобилей, например. Но это так, чисто по моим личным ощущениям. Велосипеды тут отличаются разве что статами скорости, амортизации и спринта, о котором я хочу рассказать отдельно. Механика спринта в Riders Republic довольно проста, но изящна. Чтобы ускориться, нажимаем соответствующую кнопку, и твой гонщик крутит педали немного быстрее. Вау, Найт, вот это да, скажете вы. Мы такого нигде больше не видели. Ну, удивил, ну, молодец. Да, да, понимаю. В этом вообще нет ничего интересного и необычного. Но погодите. Когда стамина спринта иссякает, восстанавливается она весьма медленно, если после ее окончания продолжать крутить педали. Отпускаем газ, и стамина спринта восстанавливается куда быстрее. Ну, типа велосипедист немного отдыхает и с новыми силами снова крутит педали. Ну, ой, знаете что? Мне эта мелочь показалась весьма занятной, окей? Продолжай. В снежной компании, в общем-то, в плане активности, все то же самое, что и в велосипедной. На снежных видах транспорта персонажи ведут себя странновато. Во время старта тебя может просто резко взять и дернуть в сторону. Это касается даже ботов. В случае игрока это еще можно понять. Это происходит, если до старта крутить левый стик геймпада, что иногда происходит непроизвольно. Ну, по крайней мере, у меня. И из-за этого в начале заезда резко изменяется вектор направления движения. Ну, со мной это все понятно, мама всегда говорила, что я особенный. Но почему такое происходит порой еще и с ботами, непонятно. Вообще, я изначально ругался на управление лыжами в этой игре, но как только я наиграл 50 часов, плюс еще и на геймпаде вторую половину этого времени,
Я вдруг понял, что это не управление какое-то не такое. Это просто я, альтернативно одаренный молодой человек. И последняя из доступных компаний – воздушная. Тут все по классике – гонки и трюки. Пересекать финиш первым тут нужно будет на реактивном крыле, а трюкачить на вингсьюте. Но ни в коем случае не играйте в эту компанию на клавиатуре, только геймпад. Ибо есть риск, что это вам подпортит впечатление от управления, и вы забросите ее. Что, в свою очередь, будет большим упущением с вашей стороны. Нет, она, конечно, не прямо вау, но свою долю драйва вы в ней точно получите. Эпичные полеты среди деревьев, горы каньонов на реактивном крыле и дичайшие спуски на вингсьюте вас равнодушными точно не оставят. Правда, чекпоинты иногда не хотят срабатывать, что порой дико бесит, но это бывает не так часто. И еще одна вещь, которая не такая частая, но невероятно раздражает, это когда тебе звонят эти двое, и у тебя нет возможности скипнуть эту бессмысленную болтовню. Просто дайте мне поиграть, суки! В конце каждой кампании есть гонка с боссом, и эти гонки с боссом ничем не отличаются от обычных заездов. В велотрюках, например, ты просто съезжаешь с горы к финишу, попутно делая трюки, как и в других заданиях этой кампании. Как же много раз я уже за видос сказал слово «кампания». А в конце воздушной ветки заданий ты просто летишь к финишу через чекпоинт и все. И да, кто из этих 11 бравых ребят тут босс? Я думал, тут будет что-то типа как в NFS Most Wanted, прямо-таки гонка с боссом. А тут, ну, просто рядовой заезд со статистами. Кстати, чуть не забыл. Помимо обычных средств передвижения, тут есть категория под названием «игрушки». Туда входят, например, парашют и, скажем, снегоход, на котором я недавно имел удовольствие прокатиться самостоятельно. Это был классный опыт, и когда я увидел снегоход в игре, мне стало интересно, насколько достоверно игра передаст чувство скорости. Да, я выше говорил, что скорость тут ощущается отлично, но мне стало интересно, насколько это близко к действительности. Когда я в жизни ехал на снегоходе, максимальная скорость, которую мне удавалось достичь, это примерно 40 км в час. Для человека, первый раз едущего на таком аппарате, такая скорость воспринимается примерно так. Хотя в Riders Republic езда на скорости 40 км в час выглядит как-то вот так. Не особо впечатляюще, да. Так а к чему ты это рассказываешь, спросишь ты и меня? Да ни к чему, просто вот решил поделиться относительно свежими впечатлениями. Плюс тематика видоса подходящая. Пишите в комментах, катались ли вы на чем-то таком и как вам вообще. Ну ладно. Продолжим. Так, ну, про платные кампании я уже говорил в начале, но помимо них есть еще целый платный набор разнообразных испытаний, трейлер которого вы сейчас видите. И судя по трейлеру, ничего прямо-таки кардинально отличающегося от того, что есть в основной игре, в этом платном паке нет. Ну да, там есть высокие рампы и какая-то новая площадка для BMX'а, и все. Может и нет, но покупать это и проверять я не особо горю желанием. Бубна у меня нет, да и танцевать я не особо умею. Да и учитывая последние события, вкладывать деньги в игры Ubisoft, ну, такая себе идея. Сказал человек, который купил Motorfest. Да-да. Как и в любой другой онлайн-игре, в Riders Republic помимо PvE есть также и PvP-контент. И он тут поделен на три вида соревнований. Tricks Battle, Free for All и Showdown. Очень веселые и увлекательные PvP-режимы. Сказал бы я, если бы хотя бы один из них запустился. Но да ладно, это не такая уж и проблема, ибо в игре есть еще один, четвертый PvP-режим — массовые гонки. Эта активность запускается на карте автоматически каждые примерно 10-15 минут и представляет из себя гонку на 64 игрока, которая состоит из трех этапов. Каждый этап, в свою очередь, поделен на фазы. В первой фазе вы будете ехать, например, на велосипедах. Во второй, скажем, на лыжах или сноуборде, а в третьей на велосипедах с реактивным двигателем. Прийти первым в этих массовых гонках весьма сложная задача. В такой толкучке слегка проблематично пробиться на первые позиции. Если ты приедешь хотя бы десятым, то это уже очень хорошо. Но даже если ты пересечешь черту финиша последним, то игра все равно вручит тебе какой-нибудь велик и отсыпет денег, которые тут особо тратить-то и не на что. Единственное, на что я трачу тут деньги, это Fast Travel. А вообще, для этого тут есть билетики на вертолет, которые можно забирать, выполняя сезонные задания, но это не имеет никакого смысла, ибо перемещаться по миру тут можно просто за деньги, которые игра тебе очень щедро наваливает. Плюс Fast Travel не такое уж и дорогое удовольствие.
Ах да, тут еще есть какие-то звездочки, которые я так и не понял, как использовать. Еще из интересных активностей тут есть мега-трюки. Суперэкстремальные испытания на время. Моя вторая любимая активность в Riders Republic после массовых заездов. В отличие от обычных заданий, мега-трюки больше заточены под скилл, поэтому для прохождения придется немного попотеть. Например, в одном из мега-трюков ты должен проехать над пропастью по узенькой рампе, и сложность именно в этом задании заключается даже не в том, что тебе нужно обладать определенным навыком езды по узкой рампе, а в том, что эту рампу практически не видно из-за толпы других игроков, пытающихся, как и ты, пройти это задание. Я пробовал проехать с видом от первого лица, надеясь, что с такой перспективой камеры я буду лучше контролировать ведущее колесо. Я также менял ракурс камеры от третьего лица, но бесполезно. Я каждый раз падал, не пройдя и половины пути. Хотя вот некоторые игроки пролетали эту рампу на раз-два. А некоторые, я в их числе, забивали болт и просто пробегали этот отрезок ножками, и игра это засчитала за прохождение. Думаю, за такое нужно давать какую-нибудь шмотку с принтом в виде сыра. В другом мега-трюке тебе нужно будет на время пройти полосу препятствий, прямо как в старой доброй Gravity Defied. Когда проходил, словил пару флешбеков из 2008-го, когда я, будучи микрочеликом, ломал себе психику, пытаясь пройти эту легендарную игрушку. Тут, как и в предыдущем мега-трюке, главная сложность — толпа игроков, из-за которой ни черта не видно. Некоторые из испытаний не такие сложные, где, например, нужно просто спуститься с крутого склона по чекпоинтам на время, а некоторые тупо веселые, как этот с вингсьютом. Также, помимо всего этого, по карте раскиданы реликвии. Всякие необычные средства передвижения, типа велосипеда-доставщика пиццы, например, или доски для серфинга, но только для снега. На таких вот веселых штуках вы будете кататься в специальных забавных событиях. Они буквально так и называются – забавные события. Там, по сути, просто все то же самое, что и в стандартных заездах, но только нюанс в том, что кататься там вы будете на всяких странных аппаратах. Активность классная и очень бодро играется. А на этом, пожалуй, все. Пишите, как вам игра, если играли. Подписывайтесь на мою группу в Телеграме по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Там я скоро в честь 1000 подписчиков разыграю ключик на какую-нибудь игру. Не упусти шанс получить халявную игрушку. Подписчиков пока мало, так что вероятность стать победителем весьма высока. Вся инфа будет в группе в Телеге. Ну и до скорого. Услышимся.